Что в одном случае, если все-таки финально решают жители, да? Что в другом случае, если финально решают не жители? Если говорить про демократию, вот тут я не соглашусь, потому что самим термином, ну как бы с принципами демократическими здесь противоречия нет. А почему? Потому что если бы, да, в идеальном мире, если власть избрана действительно демократично, значит, то власти жители делегировали, народ делегировал полномочия, да, и дальше на определенное время. Значит, ну, плохо, Илья, такая плохо демократия плохо работает. Плохо работает, но это такая чистая, вот прям какая-то старый, какой-то устаревший извини, год демократии. Но она такая была придумана и такая была описана всеми классиками и теоретиками.